похож на маму тем, что я могу учить детей и хочу стать педагогом, как и моя мама. Я поздравляю свою любимую мамочку Кристиночку с этим днем. Еще я поздравляю всех женщин на планете и желаю им счастья, любви, ласки, и чтобы у них было еще больше детей, и они их любили. Всех с 8 марта! Я как мама люблю заботиться о детях. Дорогая Надежда Геннадьевна, желаю тебе счастья, успехов в жизни, чтобы ты оставалась такой же красивой и умной. Люблю тебя!